Привет! Это я, Посадинг. Сегодня у нас будет продолжение. Rise in Swin. Что ж, у нас вторая часть, видимо, да? Безумствуем со свинками. Смотрите, 3 звезды почти везде, кроме 2 уровней. Будет ли у нас в этом моменте так? Неизвестно. Ох, да, новая штучка, новый прибор, смотрите-ка. Который гораздо веселый достаточно, смотрите-ка. Штучка на липучке. При нажатии она... При нажатии она, естественно, запускает... Что-то я фигню какую-то делаю. Крючок, который притягивается. Крючок. Какой крючок? Липучку. Таким образом может притягиваться и оттягиваться. Но нет. Отпускаться может только если... нажать снова. Вот здесь у нас вот такой уровень. Смотрите-ка, как сделать это. Занимаемся чуть повыше, с помощью липучки. Теперь скатимся вниз за звездой. Так, готово. Ну, поехали снова. Вот такая вот веселая горка, да? Оба-на. Я собрал 2-ю звезду, которая была на верхушке. Офигеть! Офигеть! Я никогда такое не делал, по-моему. Не получалось у меня, но, увы. Теперь вышло. Что-то одна и та же конструкция на протяжении сколько серий, да? Ну ладно, погнали. Смотрите-ка, сейчас нужно будет забраться на горку и вновь вниз, да? Вот такая вот липучка на горошинке. Что? Что? Что я сказал? Не обращать внимания. Это просто... Не знаю, что это значит. Какая у нас дальше головоломка? Пройти без колесиков. Я знаю, как сделать. Глядите-ка. У нас здесь путь влево. Да не просто влево, а. Ведь пока что мы можем нажимать, и нам будет переворачиваться. Имеет не 4 позиции, а лишь больше. Там. Тарам-там-там. Весело, да? Прыгать на этих штуке. Хорошо. А, опять головоломка легкая. Почти легкая. Что это такого сложного-то? Не сломаться нужно было, да? А, не сломаться. Сейчас пройдем и с колесиком другим. Ну вот, в общем-то, легкие уровни. Ну, легкие, когда. Как, сейчас посмотрим, что будет дальше. Ох ты круто, так, свинка даже спокойно выпрыгивает и все. Ну, тут походить-то нечего, тут веселиться нужно. Так, еще какая-то странность. Что нужно сделать за время? Ой-ой-ой-ой. О! Смотрите-ка. А, это неправильно сделал. Смотрите, надо сделать вверх, ровно вверх. Должно покатиться и соберется. И за время успел. Но тут сложно тоже, ничего. Ой-ой-ой, свинка-то прыгает, а что за прыгает? Ладно. Что-то как-то весело немножко все, уже кончается веселье. Но сейчас ладно. Ага, черепок. Ой-ой-ой. А, нужно свиньей собирать черепок. Что я делаю? Смотрите, какая фигня происходит. Надо, наверное, неправильно сделать. Сейчас звезда будет у нас в кармане. Вернее, у свиньи в машине. Поехали! Время не удалось. Ну а что есть такого сложного-то? Дайте кусочки торочка собирать можно, не как цели бонусы, но... Чтобы выиграть. Смотрите-ка, это режим песочницы. Я случайно нажал сюда. Вот это открывает за 10 черепков. Я их ни одного не собрал. Вернее, один собрал. Чего? Вот он и песочница. Это потом, видите, песочница открывает за каждую 2-ю часть, по-моему. Или 1-ю. Так, а мы его достаточно больше прошли. Стойте, ну что же морока-то? Мы же должны на звезду пройти, на время. Сейчас будет все. Примерно так. Вот такое веселье через верх, да? Крутимся на свинках.
Легкий уровень, потому что второй эпизод, по идее, должен быть легким. Так, а вот здесь уже продолжение. О! Теперь будем кататься. И, кстати, заметьте, что за фигня, почему у нас нет... Да ну. Почему у нас нет этой штуки? Как это называется? Знаете, как это называется? У нас совершенно нет новых предметов, которые появились. Смотрите, я собрал черепок еще один. 2 из 45. Как неожиданно, да? Ну ладно, давайте тихо поедем. Впрочем, какие цели наши? Звезды. Ну, звезды я соберу сейчас. Только не волнуйтесь. Так, как надо тихо спуститься? Как же это сделать, спросите вы? Заметьте, моя фраза, как вы сделать, спросите вы. А-а-а, смотрите, как хитрость, я понял. Ну, значит, когда будем вылетать вниз, аккуратно зацепиться вовремя. Зацепиться вовремя вверх. Вот таким образом, значит. Так, смотрите-ка. Вот это точно получится, уверен вам. Смотрите-ка, звезда собрана, все. Ну вот и все, больше ничего здесь интересного нет. Давайте заново. Сейчас все пересоберу, и вам получится новая машинка. Так. Зачем я заново собираюсь, спросите? О! Идеальный переворот, да, заметьте. И вот таким образом. Еще не сломавшись, нужно было доехать. А? Нет, нет такого здания. А нужно было следовало сделать. Вот это еще один чудесный уровень под названием «Свинки в городе». О, еще черепок, сейчас соберу его. Мы же тут легко собирать черепки, давайте мы их соберем. Ха-ха! Прикольно. Вот так. Так, значит... О, я узнаю этот уровень, заметьте. На время нужно ехать вниз. Нет, на время нужно ехать вверх. А вниз это за звезду. Ой-ой-ой! А, вот чем прикол, вспомнил. Тяжело это достаточно сделать. Правильно сделать. Ладно, поехали за звездой. Это еще что за выкрутасы? Ладно. И как мне звезду собрать? Зацепиться за верх нужно было. Нужно было перелететь и зацепиться не в том месте, да. Ладно, давайте поехали. Или нужно время вот так доехать. С переворотом сбоку. Что-то не то не получилось. Так, еще может попозже, давайте попозже. Ухи, ухи! Свинка едет, да радуется. Но сейчас перестать радоваться, смотрите. Да, за время успели, вот так нужно за время успевать. Левел unlocked. Но не нужно... А-а-а! Сверху все же нужно на время, да. На время нужно было вот так поезжать. А, неправильно нажал. Ну ведь получалось-то. А вы чё? Что? Опять застрял. Что за... Не особо понимаю, как это работает, но... О, получилось. Главное не перевернуться с этой машинкой.
Так, все, теперь взлетаем наверх и обратно. Все. Ну тут можно успокоиться, сметь кристаллики. Кристаллики не нужны, чтобы собирать звезды. Сказал вам бред я. О, как мы О, это самый крутой уровень, заметьте. Это просто офигительный уровень. Самый лучший уровень. Взгляните на него. Что это за уровень такой? Это я не знаю, что сказать просто, ну... Да не сложный он. Он глупый уровень, просто глупый. Чего там тяжелого-то? Вот, я не знаю, ну... Ну зачем такие уровни создавать? Ну, плохие уровни. Это как просто взять, создать уровень, а потом его создать снова. Глупо, да? Вот и я о том же. Должен было первым уровнем сделать вообще в игре. Чё ж такое-то? Ну ладно. Как хотите. Оп-оп-оп. А вот сейчас на колесиках. Просто на колесиках и две турбины. Вот сюда и туда. Опять ничего сложного, да? Не сломаться. Ага. Как собрать звезду? Это уже не моя забота, смотрите-ка. А, вроде бы надо, смотрите, просто разогнаться, тут вот так взлететь. Да нет же, нет. Ибо нужно было повернуться в другой стороне. Давайте посмотрим, как сделать, если так сделать. Ибо нужно было сразу сделать и там, и там. Давайте посмотрим. Еще разок. Не, я хочу сделать это. Это интересует меня, как это сделать. Ну да, видимо, нужно было не разгоняться, а просто вот так сделать. Именно. Пам-пам! И у нас трехзвёздочное сегодня прохождение будет почти на всех уровнях. Так, ой, знаете, что я знаю это? Бабах-бабах-бабах. Без колёсиков, ну да, без колёсиков надо просто свинью туда спустить. Называется, мучения свиньи продолжаются. Почему продолжаются? Потому что они еще с первой серии начинаются. Чёрт, ну что это за... Может, надо не так сделать. О, бутылочка нас спасет сейчас. Она останется там и нас продолжит путь. Не так. Мгновенно запускаемся. Бутылка только мешает. Что ж делать-то? А насчет без свиньи? Можно ли без штучки? О, смотрите, попка вылетает. Сквозь проблемы. Что? О! Смотрите! Невероятно! Удивительно! Получилось! Заметьте, вот такие прохождения у нас дурацкие сегодня. Так, звезду собрать. Как звезду забрать? Ну да. Чё от меня хотите? А, мне просто, видите, дают предметы для песочницы. Так, чё за звезду? Звезда, просто доехать, чё, нельзя, могу доехать? И зачем нам бутылочки дают? Почему нам не дают вот эти липучки наши, допустим, которые мы получили? А зачем эта штука? Мне, чтобы разогнаться, нафига мне разгоняться, если могу так поехать просто? А-а-а, чтобы затормозить! Зачем такие уровни? Что за уровни бутылочками? Причем бутылочки? Сейчас будем тормозить так. Не сейчас! Еще раз. Покатились. Зачем я сказал только что? Глупо. Еще не было мое.
Все, доехали. Они докувыркались на свинье. Ну, свинья докувыркалась просто так. Колеса поверни. Так, 24-й на сегодня у нас. Это последний сюжетный. Ой-ой-ой, какая фигня здесь. Так, ну что ж. Без колесиков, так без колесиков. Ретиный ранец для свиньи. А вот так. Вот так получится. Так, нет, не получается. Без колесиков, ладно. Что за кувырка? Нет. А так? Как же делать правильно, спросите вы? Я не знаю. Теперь я не туда летит. Так, посмотрим издалека. Вот, так что-то может выйти. Если с неба выпало оттуда. О, как насчет того, чтобы полететь так? Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О! Смотрите-ка, а, вот куда надо лететь, только если не застрянете просто. Не застрять нужно. О! Идеально. Все, мучения тут закончены, и еще звезду. Но звезду собрать как вы сможете? Вы без меня не сможете собрать звезду. А, вспоминаю тот мороку с этим. С этим ускорением. О, нужно было доехать еще правильно. Активируем столько по одной бутылке. Главное не сломаться, на самом деле, здесь. Как здесь вообще не сломаться, если тут невозможно не сломаться? Так, видимо, здесь мы не пройдем эту звезду. А, может покатиться просто. Просто покатиться, это проще, да? Если бы не сломалось, то нормально было бы. Ладно, еще разок, это все же возможно. Гениальное решение, да, катиться. На колесах. И мы не сломались, ей! Вот достижение было бы не сломаться, а? Вот это тяжело было бы сделать. Но у нас сегодня, смотрите-ка, 3 звезды на всех уровнях сюжетных. Они сюжетные. Как насчет кепочки, упавшей в озеро? О-о-о! В общем, глядите. А, вот так это нужно делать. Глядите-ка. Притягиваемся. Правильно притягиваемся, нужно было сказать. Не так. Хорошо, еще разок. Правильно притягиваемся. О! Там черепок. За черепком в путь. Это еще что за фигня? Почему одна из них не работает? Отцепись. Ей, еще черепок, смотрите-ка, сейчас мы соберем скоро. Ладно, это было не совсем удачно. А может так? Как насчет такого решения? А? Докатится? АМ. Быстрее, быстрее! Я хочу за время успеть. А! Хорошо, сейчас соберем звезду тогда. Нет, звезду я даже не собрал. Так. Вот, ускорение пошло. Быстрее, быстрее, катись! Все, испортились мы. Испортились. Машинка сломана. Почему она так разъезжается? Потому что одна из них не ухватывается, и поэтому возвращается на место.
черт такое-то заморока-то с этим уровнем? Еще в яму с мухоморами угодили, так нет. Ну, по крайней мере, немножко весело цепляться за это. Так, я не хочу доезжать до выхода, я хочу собрать звезду хотя бы. Либо за время успеть хотя бы. Нет, звезду я сейчас обязательно соберу, а на время не знаю. Да ты что творишь-то, видите? Это машинка, свиномашинка, как свиномашинка. Ну хотя музыка-то радует, да? Да ты что ж такое, ну? Хорошо, как видите, эта машинка не может нормально доезжать. Потому что она переворачивается из-за несоответствия поверхности, ага. Именно поэтому. Е! Время есть. Звезду сейчас тоже соберу. Звезда надо собирать. Звезда собираться. Да. Сейчас можно уже не торопиться, потому что звезда как пицца. Если поторопиться, то собрать звезду невозможно. Вот так. В черепки собрать. 3 черепка за эту серию. Много ли? Неизвестно. Больше мне уровней проходить. Ой-ой-ой, веселуха называется, да. Тоже веселуха, да. И тоже на время. Нет. Не сломаться. Не сломаться и собрать звезду. О! Это еще что? Я, наверное, неправильно сделал. Нужно, наверное, просто вверх направить, смотрите, чтобы было безопаснее. Тихо. Ой-ой, придется это долго вот так морочиться немножко. Ну, к счастью, оно не до конца доезжает, что радует. Ладно, сейчас соберу монетку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лишь безопасить будем. Интересно, что же получится ли. Так. Как же это сделать нормально? Это кристаллики мешают мне? О! Удивительно, не сломался. Сегодня будет у нас совсем 3 звезды на всех уровнях. Давайте удивимся. Удивимся. Я мог, конечно, побыстрее так сделать, видите? Слишком осторожничал. Конечно, можно свинку докатить под динамитом, но так тяжело будет. Скоростной уровень пройден. Так, но мне дополнительную ачивку установили. Зря, не пойдет. Давайте еще раз. Что ж это такое? Ну невозможно ли пройти на звезду, что ли, мне? Почему невозможно? Я просто 2 раза не получилось, и что? Нет! Нет. Вот так. Давай, катись нормально. Сейчас докатится по динамитам. Нет. Эх. Чё ж такое-то? Всё, проблема решена. Отлично, даже точки не собрал. Эх, вот так. Что ж такое будет дальше? Удивимся ли мы снова? Звезда не сломаться. Так. Это легко. Пройду с первого раза. А, вот на чем, что мы на колесиках, на колесиковой машинке. Пам-пам-парам-пам-пам. Не получилось. Вот.
Не обязательно сторона должна указывать нам правильный путь. Мы сами можем указать сторону. Иногда сторона не тем кажется, что может направлять. Уж извините за такие слова. О! А! Да вы чё? Смотрите, могло сработать это все. Если получилось у меня. А, понятно, нужно использовать звезду в тот момент, когда... С переворотом решить проблему нужно, вот так. Все. Так, нет. Не все. Не сломаться, смотрите, как сламп. Что такое сламп? Снамп. Чи. А что если просто перевернуть тарелки? Что-то у меня за выражения такие, а? Перевернуть тарелки, ёшкин кот. Замечаете? А, так я уже пытался, да, так не вышло мне. Как сламп, окей, получился как сламп. Может вот так. Что ж это такое за уровень-то? Злобный. О! Сейчас мы если доедем нормально, то получится все. О! Смотрите-ка, сейчас доезжает свинья. До места жительства своего. Так, живет на у тортика. Решил собрать тортик, кусок, еще тортик, кусок, и там... Кепочка, стойте, а тут был тортик, кусок. Нет, кепочку собираем только в уровнях механика. Итак, у нас 3 звезды, как сламп не удался. Продолжение будет дальше. Дальше у нас не помню, что будет. Интересно, что новое, либо не новое. Коляка ведь можно бесконечно, он мухами отрыгивает и так далее. А обзор ПВРа потом. И песочек тоже. Все, хватит кормить короля. Последний тортик и до новых встреч. Ох.